Это рубрика для тех, кто любит готовить, хотел бы облегчить свою кулинарную жизнь. И первым лотом мы представляем мультиварку Любе. Сейчас представим все расцветки, а пока... Ой, а пока говядина с овощами. Ты посмотри, какая она томленая, вкусная, вы представляете? Слушай, Олег, скажи самое главное. Вот смотри, для кого вообще придуманы мультиварки? Ведь эта вещь довольно-таки новая вообще. Совершенно верно. Вы знаете, это для тех, кто любит готовить, но просто не хотел стоять у плиты. Просто не хочет стоять. А почему, подожди, а почему могут не стоять у плиты? А потому что это надо постоянно помешивать. Мамы, бабушки, они хотят просто поговорить со своими подругами. Или посмотреть сериал. Или пообщаться с детьми или с внуками, друзья мои. Да, но не нужно этого теперь делать. Вы просто закладываете продукты в чашу мультиварки и идете отдыхать. Слушай, ну если мы не контролируем, скажи, так, пожалуйста, результат какой у нас будет, если мы не следим за процессом? Гарантированный, потому что мы здесь нажимаем одну кнопку. Представляешь, Оля, как удобно? Приготовили все продукты, поместили в чашу, нажали одну кнопку и пошли заниматься с подругой, разговаривать по телефону. Ради эксперимента вы можете заглянуть в интернете, в магазинах, какие цены. Вы не найдете там цен таких на мультиварки, поэтому это абсолютный хит. Друзья, не упустите этого шанса. Звонок абсолютно бесплатный, оплата только при получении. Ну а телеканал Shop & Show... стремиться к тому, чтобы вы чувствовали себя комфортно на своей Совершенно кухне. Верно. Друзья мои, представляете, я в этой мультиварке готовлю два блюда одновременно. Представляешь, вот давай с тобой пообщаемся. Как ты готовишь два блюда одновременно? Не к тебе вопрос. Ну, и к вам, друзья. Сперва я занимаюсь обычным мясом, потому что гарнир готовится быстрее. Только когда мясо у меня готово, я приступаю к гарниру. То есть ты занимаешь две посуды, две кастрюльки, к примеру, потом моешь. Ну, допустим, мясо я жарю, а в соседнем сковороде я тушу овощи, допустим. Друзья мои, вы так делаете. Представляете, здесь два блюда одновременно. Внизу, тихо, готовим борщ, а вверху на пару я готовил куриные грудки с морковью и с брокколи. Прямо на борще? На борще. Борщ у нас как пароварка, то есть пары... прекрасного супа, конечно же, здесь, друзья мои. Вот он, вот он. А вы как готовите? Два блюда одновременно. Посмотрите, на вашем экране красная расцветка, красный с черным цвет. Он есть в наличии. И, кстати, мне этот цвет очень нравится. Нравится. Есть у нас еще 4 варианта, то есть всего 5 расцветок на ваш выбор. С одной мы с серебряно-черной распрощались. Давайте посмотрим на меню. Удобно ли им пользоваться? Легко ли им пользоваться? Друзья мои, посмотрите, действительно, меню на русском языке. Давайте я поверну вот сейчас специально оператору, взгляните, ну что тут непонятного на русском языке? Посмотрите, каша, суп, варка, рис, крупы, конечно же, запекание и выпечка. Слушай, тоже а есть ли какие-то автоматические уже программы, чтобы вообще ни о чем не задумываться? Совершенно. Вот это как раз и есть автоматически. Но если ты не хочешь ими пользоваться, ты можешь выставить свою программу. Но я рекомендую, это мой выбор как эксперта, пользоваться автоматическими, потому что здесь создается температура, и вы вообще не заморачивайтесь, друзья мои. Слушай, я на самом деле уже счастливый обладатель мультиварки с 18 ноября. Я вам хочу сказать, что это очень удобно. Я маме пекла торт, я пекла 3 коржа. Ох. И это невероятно. Но 3 коржа, представь себе, представил. Сколько. Это 3 часа чистого времени, плюс еще замешивать тесто и так далее. То есть на торт у меня ушлось бы часов 7-8, так, наверное, да, если учитывать крем и так далее. Вы знаете, как здорово. У меня не было усталости, которая обычно возникает после того, как печешь торт. Не было. У меня еще хватило сил. Я потом еще съездила в гости, сходила в караоке, попела. То есть ничего себе! Да. У тебя насыщенно было. Вот. То есть вы можете заниматься любимыми делами. Вам не нужно стоять, помешивать, следить и так далее. Более того, даже если вы пропустите момент, когда у вас все готово, она просто будет подогревать. А значит, все будет готово идеально. Посмотрите, что можно приготовить. Итак, буженину, картошку, овощи, либо тушеного. О! Перец фаршированный, представляешь, рубленой говядиной, либо рисом. Представляете, это можно готовить на верхнем ярусе, а внизу готовить вот такую
тушеную фасоль. Вы так можете приготовить, в принципе, и с помощью сковороды. Но мы вам предлагаем сделать это гораздо легче. Любые блюда, любые те, которые вы любите, и даже плов, кстати, тоже. Но для этого нужно набрать номер телефона 8 800 301 60 90 и назвать, пожалуйста, номер лота. Сейчас объясню, почему это важно. 065-007. Запишите, пожалуйста, либо запомните, мультиварка Люмя. Я рекомендую номер лота. Смотрите, потому что вы смотрите презентацию, вы, как и мы, влюбились в эту мультиварку. Вы хотите спокойно жить, не стоять долго у плиты, дожидаясь, пока ноги затекут, хотите чувствовать себя комфортно. При этом хотите сэкономить. Вот в этом случае, если вы хотите сэкономить, вам нужно назвать номер лота. Итак, напомню, колл-центр у нас сейчас перегружен абсолютно, но это не повод откладывать звонки. Звоните прямо сейчас, будьте настойчивы, потому что это ваша выгода, именно в ваших руках. То, какой будет ваша сумма заказа. Посмотрите, мне нравится, я предлагаю сделать звонок сейчас. Итак, друзья мои, посмотрите еще раз на дисплей. Что там? Весь дисплей на русском языке. Кстати, очень простой, самый легкий. Посмотрите, 46... Я, кстати, легко разобралась в мультиварке. А что тут разбираться? Посмотрите, вы нажимаете одну кнопку, все. Автоматически выставляется температура сама. Все, что здесь заложено. И вы готовите либо варенье, либо выпечку, либо... кашу, либо варка, либо суп, либо тушение, развалистое идеально мясо. Посмотрите, пожалуйста, вот эти две расцветки, они у нас самые-самые редкие в данный момент времени. Белый с золотом и черный с золотом. Ну, женщины любят золото, женщины в основном делают заказы. Мой выбор красный с черным. Мне очень нравится, потому что красный необычный цвет. Затем консерваторы могут позволить себе вот такую расцветку, серебро с белым. Есть еще белый с розовым для тех, кто любит что-то необычное. Остается мало. Шанс пока есть. Олечка, ты хотела бы услышать от меня мой выбор? Вот мне нравится, друзья. Вот, кстати, телезрители прислушиваются к моему мнению. Вот у меня мне выбор. Окраса нравится именно такой. Представляешь, какой он необычный. А потому что подходит к твоему колпаку и сюртуку. Итак, друзья мои, мамы, бабушки, конечно же, вспомните, как вы готовите, как это неудобно. Вы стоите у плиты, тратите на это время. Посмотрите, какая прекрасная выпечка. Аж оператор потянулся, конечно же, к этой вкуснятине. Вот смотрите, я показываю. Невозможно просто устоять. Выпечка, друзья, тоже вам доступна. Хлеб, либо запеканка. Все, что хоть за мной. Вот они, наши мамы и бабушки. Они бедные, несчастные. Когда вы к ним приезжаете, они хотят готовить вам вкусности. К примеру, моей бабушке 84 года, Олег каждый раз приезжает к ней, я кушаю обязательно вкусную рыбу, какую-то выпечку. Я представляю, сколько часов подряд она стоит у плиты в ожидании моего приезда. Она может в этот момент смотреть любимый сериал, разговаривать, кстати, со мной же по телефону с удовольствием, а еда будет готовиться сама. Вот это женское счастье! Друзья мои, это быстро, вкусно, а главное, гарантированный результат. Посмотрите, 5 литров объем чаши, 46 программ. Ну вот давайте, Олечка, давай с тобой порассуждаем. Вот скажи, пожалуйста, сколько ты как профессиональная хозяйка, знаешь, сколько видов блюд, вот к примеру? Ну, мне кажется, сотню, наверное, точно. Вот, а здесь 46 программ на русском языке, плюс ты можешь выставлять свой рецепт. Олег, но каждая программа, это же не одно блюдо. Нет, конечно. Это программа, допустим, выпечка, и там может быть 100 вариантов тортов. Правильно ты сказала. Выпечка, пудинг, запеканка, любая расстойка теста вы тоже можете приготовить. 26 программ, 6 цветов. Дисплей на русском языке, друзья мои. Вы представляете, вы нарезали все ингредиенты, поместили в чашу, включили, внимание, одну кнопку. И пошли звонить подруге и говорить, как дела, Мария Петровна? Ты маме-то взял? У тебя же мама просила. Нет, к Новому году.